Совхоз имени Ленина отметил День поселка. На площади у Дворца культуры собрались местные жители и гости праздника. Перед торжественной частью публику разогревали творческие коллективы. И вот на сцене появились представители администрации. После поздравительных слов состоялось награждение жителей почетными грамотами и подарками за успехи и достижения в труде, спорте и культуре. Хочется пожелать лишь одного – процветания, счастья и здоровья тем жителям, которые находятся на этой территории. Ну а самое главное, конечно же, мы в том числе отметили те заслуги тех людей, которые своим трудом, своими заботами, своими чаяниями иногда в ущерб семье отдают себя работе для того, чтобы процветало поселение Ленинского муниципального района. Данная земля активно развивается. Приезжают новые посельчане. Уже много лет местная администрация заявляет о построении территории социального оптимизма. В следующем году мы отмечаем 100 лет совхозу имени Ленина. И, естественно, к этому году мы идем еще с большими надеждами, чаяниями. Мы в этом году достигли многого. У нас открылась новая школа, новый детский сад. И, в общем-то, мы видим счастливые лица детей, которые к нам приезжают. На праздник приходили целыми семьями – и дети, и взрослые. Мы поинтересовались, почему людям нравится жить именно в поселке совхоза. Тут чисто, интересно, есть хорошие площадки, замечательно. Здесь уютно, спокойно, есть все для детей – парки, школы, садики. Комфорт и чистота. Как выяснилось, среди тех, кто был на площади, оказались гости из соседней развилки, приехавшие на праздник. Мы сами с развилки регулярно приезжаем в совхоз Ленина и в детский парк. И внук здесь занимается в хоре, сегодня выступал. Нам здесь нравится и на праздники, и просто в выходные приезжать отдыхать с ним. Поселок совхоз имени Ленина очень красивый, очень светлый. И хочется пожелать ему процветания, чтобы всегда у вас было так же хорошо, и так же радушно, и так же здорово. Тем временем на сцене продолжался концерт. Здесь выступали воспитанники детского сада, Дворца культуры и артисты из Видного. Позже для детей началась цирковая развлекательная программа с участием клоунов. С лиц ребят не сходили улыбки. Праздник продолжался весь день и закончился традиционным салютом. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.